России. Давайте похлопайте. Все, да? Сели, наверное. Там много информации, ничего не написано. Там в книгах, в сторис ничего не написано про Якутию. Но зато там есть про Астраханское ханство. Астраханское ханство — вот такая маленькая территория, вот такая. А Якутия, нахуй, 1/5 России, блин. И они такие: ему про это писать не будем. Там даже есть, как Петр Первый привез картошку, нахуй. Ебать события, да? А про Якутию похуй. Мы про картошку писать будем. А кто-нибудь знал, что у нас была война якуты против русских? Кто меня знал? Нет. Или вы это спецоперацией называете как? На нас русские напали, чтобы расширить территорию России. Мы этого не понимали, мы им говорили: мы вам все равно не дадим наши алмазы и золото. Они такие: а, ваши алмазы и золото есть. Прикольно. Я когда-то рассказывал вот эту шутку в России, и зала крикнули: заебал ты ныть. Не ной. Вот американцы тоже вот так напали на индейцев. Они что, ноют? Я как раз про это хотел рассказать, про то, что американцы напали на индейцев, почему-то даже мы все знаем, да? Схуяли. Учим истории о России, нахуй. И мы там в Якутии учим, такие: о, господи, американцы напали на индейцев, вот они лохи, проиграли. А про Якутию мы даже якуты сами не знали. Там нашли индейцев, их почти всех уничтожили, да? А когда русские нашли якутов, из нас сделали православных людей. Я теперь Сергеевич. Сергей. Каждый день хожу, такой: блядь, лучше нас бы убили. Чувак, вообще классный. Сергеич!